Тем временем компании, работающие на ископаемом топливе, должны выполнить свои обязанности по сокращению выбросов СО2. С таким призывом выступил спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри на встрече перед COP28. Климатический саммит пройдет с 30 ноября по 12 декабря в Дубае. Десятки стран планируют добиться заключения первой в мире сделки по поэтапному отказу от угля, нефти и газа. В настоящее время крупнейшие нефтегазовые компании инвестируют в технологии улавливания и хранения углерода в рамках своих планов по нулевым выбросам. По мнению ученых, в ближайшие десятилетия Земля преодолеет порог в 1,5 градуса. Это приведет к серьезным последствиям изменения климата для людей и экосистем. Чтобы предотвратить глобальное потепление, Международное агентство по возобновляемым источникам энергии призвало правительство утроить мощность ВИЭ к 2030 году.